що, повертаю, повернулася до нашої ранкової студії. Наша Таня переодягнута. Вже наш гость сьогодні такий гарний, незвичний. Я думаю, що ви ж всі його знаєте, але я все ж таки представлю. Михайло Шелест, президент Миколаївської обласної федерації бойових мистецтв «Червоний дракон», як завжди, на позитиві, енергічний. Де ви берете цю енергію? А ми зараз дізнаємося, де. Доброго ранку. Я вам доброго ранку. Давайте, я разом з вами, ми думками працюємо. Что сегодня робимо? Здравствуйте, студия, здравствуйте, телезрители, здравствуйте все. Сегодня мы в качестве утренней программы разберем некие элементы развития и разработки тазобедренного сустава. Класс. Вот. Для чего это надо? Я так понимаю, всем в принципе понятно, что чем подвижнее тазобедренный сустав, тем вы себя более лучше чувствуете, более ходите красиво. Эротично, можно так сказать. Вот, да. Подтянутые, стройные и прочее. Итак, начнем. Я так понимаю, что мы уже, и зрители уже дома немножко подготовились. Я то есть мы думаю, размялись, так. Да, мы Якщо в прошлых эфирах делали, да-да-да, некие упражнения. Итак, первое. Угу. Чтобы начать работать с тазобедренным суставом, надо его немножко размять. Поэтому ножки чуть шире плеч, ручки так. Можно сюда, можно куда их, в принципе, вот так, да. И крутим. В одну сторону обычно круговые движения, вперед-назад. Я думаю, завжди розпочинаем саме с таких рухів, так? Да, потом можно добавить восьмерку в одну сторону. Не втомлюсь нагадувати, що це Тані не улюблене. Другую сторону. Ти так добре знаєш, що в мене улюблене. Да, а потом можно станцевать Майкла Джексона. Это вот такую волну. Хвилю. Хвилю? Ох, хвилю, да. Це моє улюблене, я не знаю. Крутим. И тазобедренный сустав развира. Вот как, ага. Как там. Я в ту студию попал. В ранковую программу. Крутим, да, 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 ранковая программа. Так. Дальше. Дальше. Будем считать, что мы их размяли. Это разминает интенсивно, но не быстро. Ну, в смысле, интенсивно, но недолго. Спокойно. Дальше. Поднимаем. Можно держаться, наверное, за эту штучку. Поднимаем коленку. Стопа, носочек повернутый к стенке. Разворачиваем коленку, ручкой разворачиваем. Ой-ой-ой. Ножку, да. Только есть несколько вариантов. Первый вариант — это носочек вниз, коленка разворачивает таз вот в эту сторону, вот так. Коленка при этом нижней ноги разворачивается, держи за ручку. Так. Разворачивает спокойно. При этом коленку держим, а тазобедренный сустав поворачиваем вот так. Мене понятно. Зламали. Делать это все аккуратно. Коленку надо держать ровненько. Это один из вариантов. То есть мы разворачиваем вот так. Точно так же мы разворачиваем в эту сторону. Боже. Только Тань, теперь ножка, да. Я могу сзади потриматися. Поднимаем, да. И тазобедренный разворачиваем. При этом спинку держим ровно. Да, тримай, вот, отлично, тримай. Отлично. Нам уже вся студия помогает. Тримай его, Таню. А мне так подобается. И так, да. Запускай. Потом точно так же делаем другую ногу. Меняемся местами. Меняемся местами. Так. Держим. Точно так же поднимаем. Разворачиваем сначала. Полностью разворачиваем тазобедренный сустав. Потом проворачиваем его. Да, да, да. Бедро. Прям. Бедро немножко чуть вперед. Ой-ой. Чуть вперед. Вот. Ой, стоим, все. Посмотрели, да. Шикарная передача. Ну да. Дальше. Это одно из упражнений, уважаемые телезрители. Их как бы много, поэтому показываем выборочно, чуть-чуть, постепенно, чтобы все было красиво. Следующая задача. Это тазобедренный сустав. Теперь ножку меняемся назад. Садимся, например на левую ногу. На левую ногу. Так. В чем заключается суть? Когда мы садимся, упражнение будет вот так. В боевых искусствах называется... стойка змеи, чтобы было понятнее. Ой, Танюха, ты зараз стойка змеи, да? Змеи. Да-да. Суть его упражнения. Коленка смотрит вверх. Коленка смотрит вверх. Пяточки на полу. Ого. Эта коленка в этой части ноги смотрит по носку. То есть не выламывается вот таким макаром, не выламывается голеностоп и колено. Разворот. Спинка ровно. Ручка, в частности моя левая ручка, стоит на полу и локтем упирается в колено, тем самым разворачивая тазобедренный сустав. Коленка ровно и спинка спина ровно. Ага. Да.
Здесь ножка, если видно, в студии их не видно. Не видно. А, что ты раз покажешь? Вот так. Вот. Вот это примерно вот такая вот позиция должна быть. И у вас тянутся внутренние мышцы бедра. Так, дуже тянутся. И тазобедренный сустав здесь разворачивается. И с этой стороны ножки тоже. Вот здесь, смотрите, обратите внимание, не совсем верно сделано. Коленка ага, выходит. О, носку. Вот так. Соответственно, а ну, носочек сюда. Це мене либо коленку разворачивать. Я вот таким можу. Способом. Да, так, да, залиш да, ты да, мені да. Живою, нам ще 2 години працювати. Да. Чудненько, теперь пробуем другую. Ой. Пробуем другую. Ой. Другую. Тільки не робіть це на непідготовлене тіло. Зараз. Що сталося? Трансформер, трансформер, да, сразу сейчас. Так, готово. Теперь другая ножка. Да. У нас же 2 ножки. 2. Хорошо, что не 3. Слава Богу. Поехали на правую ногу. Так. Садимся точно так же. Угу. Садимся точно так же. Так. Еще один момент, телезрители. Не садитесь вот так вот прямо вот раз и падайте. Это делается очень медленно. Спокойно. Так. Коленка смотрит вверх. Так, ручка здесь упирается в коленку. Эта ручка может быть здесь. Но основная задача, чтобы спинка была ровна. Если у кого позволяет растяжка, вы можете сзади руки смыкать. Сейчас я повернусь спиной, чтобы было понятней. Вот так. Вы встали. И руки за колено можете смыкать. Ох. Опять же, спина должна быть ровная. Я можу просто взять и так сделать. Да, то есть это одно уже более, скажем так, сложного характера упражнения, когда вы ручки замыкаете, спинка должна быть ровная, ножки должны быть ровные. Из той же серии упражнений, только вы только что тянули внутреннюю часть бедра, так. Теперь наружную часть бедра, заднюю часть бедра. Точно так же делаем ножку, садимся. Эта часть не меняется, но стопа разворачивается. Носочек смотрит вверх. Смотрит вверх. И опять же разворот максимальный тазобедренного сустава. Спинка при этом стоит ровно. Локоточком коленку оттягиваем назад. Разворачиваем тазобедренный. И красиво сидим. Да, дуже гарно. Я боюсь повторювати. Хорошо, давай. Я боюсь. Ты обещала нам сегодня рекорды. Я буду смотреть. Вот так. Так, пяточка на пол. Ага. Пяточка на пол, спокойно. Носочек поднят. Ага. В данном случае упражнение работает нижняя часть ноги, то бишь пятка. Угу. Как бы работает туда, а верхняя часть ноги работает вверх. Некий такой круговорот натяжения. Так, суть здесь, да. Ручкой держим вот так. Спинка ровно. Я боюсь пасты. Не бойся, держись за меня. В руках Михайла. Вот. Угу. И вот такой... красивой позе, спинкой. Ой. Мы улыбаемся в камеру. Да, все хорошо. Да. Я жива. Посидели секунд 30, можно минутку, но, наверное, больше не стоит, потому что вам всем на работу для надо бежать. Для первого раза не потребуется. И меняем позу на другую ножку. Так. Как уже было сказано, у нас 2 ножки. Поехали. Так, а я же сегодня... Обожаю эту работу. А мы обожнем, когда у нас такие гости приходят. Так. Да. Спокойно. Ножка, коленка. Угу. Я тебя держу. Все. Не переживай. Так. Так, хорошо. Угу. Спинка. Ой, ровная. Спинка ровная. Носочек. Вот здесь маленькая ошибка. Видите, перелом. Ага. Вот. Соответственно, надо либо стопу довернуть. Я сейчас впаду. Надо в другую сторону. Вот. И так. Коленка развернуть. И вот у нас некий образ. Йогини. Есть. Чудненько. Подъем. Все. Так. Знаете, как я люблю, когда у нас приходят такие гости. Да. Я помню сразу вам такая... Вам варто повторювати ці вправи. Думаю, повірте, ви точно будете здорові, ваше тіло буде слухняним, ми це вам гарантуємо 100%. Будете ще якісь вправи. Який круто говорити це на стільчику. Мені встати повторити? Ні, дійсно класні вправи. Так, ще далі. І ще одне упражнення. Оно... включает в себя некое, все 3 упражнения, выпад и вот эти вот 2 упражнения, которые мы только что делали. Как оно выглядит, дай мне немножко здесь пространство. Смотрите, мы делаем выпад, спинка ровная, натяжение, коленка работает. Потом делаем проворот, ножка ровненькая, коленка сохраняет, носочек, спинка.
И потом точно так же разворачиваем. Все это делается медленно, аккуратно. Разворот тазобедренного сустава, спинка ровная. И повторяем. Проворот, сели. Проворот, сели. Проворот, спинка ровная. Проворот, сели. Я уже жажду посмотреть, как будет Анюша делать. Я так и зрозумела. Так. Сейчас. Так, первое, что... Спокойно. Сначала первую позицию, отстройка, носочек поднимаем. Вот так. Спокойно. Пусть будет так. Хорошо, спинка ровная, коленка ровная. Теперь аккуратно проворачиваемся. Вместе с ногой, спокойно. Так. Носочек вот так. Ага. Коленку, да, держим здесь коленку. Угу. Отлично. Улыбаемся, не забываем. Да. Чудненько. Это очень важно. И потом проворачиваемся дальше. Нет, коленку. А, да, вот так. Ой-ой-ой. Не падаем. Вот так вот, да, и упала. Издержки производства. И теперь еще раз попробуем. Да. Шикарная работа. Спокойно. Ровно. Так, поворачиваемся спокойно. Раз. Вот так. И два. Ногу ту оставляем спокойно, не ломаем колено, не заламываем. Стоп, я сейчас снова впаду. Да, все нормально. И точно так же раз в обратную сторону. И возвращаемся в исходную позицию. Вот и отлично. Таких штук 3-5 поворотов, и можно менять другую ножку. Меняем другую ножку. Ой, слава Богу. Я сегодня не буду багато повторювати. Я вже час скоро завершиться. Ученики на тренировках точно так же, да. Хорошо, що у нас не 5 ног. Так, сейчас. Маленький момент. Ножка должна быть здесь, угол сохранять 90 градусов. То есть либо стопу вперед, либо ту ногу назад. Еще так? Да, вот так, отлично, коленку подняли. Шикарный вид. Красиво мы смотрим. Теперь поворачиваемся. Спокойно. Все, это все делается очень медленно, очень аккуратно. Обережно. Очень нежно, да. Вот. Посидели, почувствовали конструкцию, коленку сохраняем и проворачиваемся еще раз. Так. Носочек. Ой! Здесь не падаем, не падаем, держу. Снимаю. Ручку. Вот. А, сюда. Так, а я здесь придержу, чтобы не упало. Ага. Отлично. Так. И возвращаемся в исходную позицию. Опа. Шикарно. Ой, сейчас впаду. Нет, тримаюсь. Привет. Чудненько, да. Ура, у нас получилось. А теперь поднимаемся. Оп. Слухайте, друзья, Если у вас чувствуете дискомфорт, самый главный дискомфорт, главное, чтобы у вас колени не испытывали острую боль. И тазобедренный сустав, и здесь, в районе паха, не испытывали острую боль. Некое натяжение и такая комфортное, приятное болевое ощущение, имеется в виду не боль с точки зрения острой, режущей, а такая вот комфортная, не знаю, как вам объяснить, это надо чувствовать. Это говорит о том, что вы делаете правильно. Если у вас болит где-то либо колено, либо голеностопный сустав, значит, вы делаете неправильно. То есть вы идете на перелом, неправильную постановку позы и техники, соответственно, делайте спокойно, медленно, без рывков. Это основные правила разминки и растяжки. То есть, когда вы правильно делаете, вот видите, сразу спотело что-то. Тоді спокойно. До речі, дійсно, я відчуваю, що в мене нічого не болить. Ну, я повернувся, вже стало, це значит... нормально, так. Да. Трошки відчуваю там м'язи, але... Ні, м'язи, так. Да. Мишці можуть болеть, немножко тягнутися, тому що все-таки ми розмінаємо, розтягуємо мишці, сустави, и связки, они все равно задействованы, соответственно, они будут ощущения такого, может быть, даже с непривычки, завтра могут быть, как это называется, крепатура, что ли, такого, да. Вот, то есть некое ощущение, что я вроде вчера что-то делала. И что, Михаил, как часто варто робити такі вправи? Упражнение на растяжку? От давайте так, якщо сьогодні хтось зробив, крепатура наступного дня болить, коли повторно потрібно повторювати? В идеале, вы знаете, времени отрезков, скажем так, отдыха не надо делать. Лучше делать это регулярно, постоянно. Другое дело так. Допустим, если у вас, скажем так, понедельник, среда, пятница относительно интенсивная растяжка, скажем так, а вторник, четверг, суббота, например, очень легкая. То есть, если мы садимся в идеале понедельник, среда, пятница, мы садимся в шпагат, то вторник, четверг, суббота мы садимся в такие полушпагаты, полуупражнения для того, чтобы мышцы тянулись, но при этом им давать немножко отдохнуть, и чтобы они восстановились. Это очень важно. То есть перерывов между упражнениями делать не рекомендую. То есть тем самым будет
дольше потом восстанавливаться. Ми зрозуміли. Дякуємо вам. Як завжди, Михайло Шеус, президент Миколаївської обласної федерації бойових мистецтв «Червоний дракон», був у нас в гостях. Ми вас чекаємо. Придумайте нам ще вправи, а ви повторюйте за нами, і ваші ранки будуть корисними, здоровими, позитивними і енергійними.